Сегодня 21 ноября. Я продолжаю экспериментировать с запасными матками. Они у меня сидят в клеточках вместе с пчелами уже 35 дней. 17 октября. Пока визуально идет все нормально. Они достаточно активны. Вместе с пчелами погибших нет. У меня здесь 22 штуки. Я им раз в неделю добавляю или меняю канди. Здесь у меня просто есть и пчелы в свободном перемещении. Лишних я сюда накидал. Они так вот снаружи клеточек и сидят. Вот сейчас я им буду менять канди и посмотрим, как они будут ползать, в каком активном состоянии. Ну вот так вот выглядит оставшийся канди за неделю. Я на кончике ножа сюда добавляю воды в каждую секцию и докладываю свежую, ну как, не свежим, а канди из ведра, где оно хранится. Я пользуюсь двухлетним уже канди, делал его 2 года назад. Ну и в литературе читал, что чем оно дольше хранится, тем оно становится лучше. Вот такое, такие полные отделения накладываю и вставляю в клеточку. Канди я меняю вот таким образом и продвигаю туда новую порцию. Ну и смотрю, чтобы не задавить пчелу и матку. Ну вот здесь канди видно, что оно нормальной консистенции, пчелы могут его спокойно брать. Вот такой уровень канди они взяли за неделю, съели. Ну, было полное. Теперь вот столько осталось. Ну и здесь сколько вот пчел? Я не знаю, наверное, штучек 10. Давайте посмотрим их состояние визуально. Сейчас я это открою, кто чего выглядит. Посмотрим. Интересно же. Ну, не знаю, пчелы достаточно активные. Нормально, вот матка вылезла, сейчас еще и взлетит. Так. Надо ее обратно нам. Вот. Ну, видно, что пчелы вроде себя чувствуют неплохо. Испражнений в клеточке пока нет. Вот они за свежую порцию канди там принялись. Вот. Таким образом я им воды даю. Ну, посмотрим, сколько проживут.